Что касается экс-волонтеров, потому что ну, многие знают, что я человек с характером, и поэтому рядом с собой я не терплю лентяев, которые приходят, скажем так, ручки сложили, походили, посмотрели, когда касается взять веник или грабли в руки, то сразу что-то придумывают, нет времени, и просто их разгоняю. Естественно, не каждому это нравится. Ну, я таких у себя не держу. А вы вот знаете, что посмотрите, кто у них в группе. Вот. Люди, которые, ну, скажем так, неудовлетворенные в жизни, не достигшие ничего. Вот. Кто им не дает, вот, создайте альтернативу Доре. Утрите нос Шамарину, а в интернете сидят сутками. А вот спросить, много ли животных они вот за этот месяц, за два пристроили или что-то, кому-то помогли. Пусть вот они скажут, мы помогли вот этой бабушке, вот животное подлечили, вот отдали, куда-то пристроили. Или спасли с улицы. Нет, они этим не могут покичиться. Они могут только сказать, вот Шамарин жулик, а у кого я украл, какую сумму, какие-то автомобили, ну что-то такое за облачко. Ну я не обижаюсь, знаете как, мир у нас, ну не буду говорить, не без уродов. Мне просто жалко тех людей, которые надеются на меня, что я могу им помочь. А эти просто бьют им по рукам. Я добился того, что они сыты. Вот когда мы кормим, остается еда. Не знаете, как мне это приятно? Да, если бы еще вот, была помощь с лечением вот этих инфекционных болезней, со стерилизацией, да вообще бы я был просто счастлив.